Всем привет! Сегодня я вам покажу очень прикольный фокус. Для этого фокуса понадобится обычная колода карт. Итак, поехали. Выбираем любую карту. Например, это у нас будет 8 червей. Вот так, чтобы было видно. Ложим сюда, переворачиваем и накрываем колоду. Зритель в любое время говорит стоп. Например, стоп. Мы переворачиваем. И никаких брейков. Еще раз. Стоп. Никаких брейков. Еще раз показываю. Стоп. Итак, делаем, ну, не знаю, сколько душе угодно. Стоп там. Стоп. Итак, давайте посмотрим. Я думаю, что ваша карта будет 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8 карта. Наша 8 червей. Спасибо за внимание. До свидания.